рыбачить будет. Привет! Могу подойти ближе? Давай удочку. Смотри, какие большие. Там колючки есть. Колючки. Я хочу их близко смотреть. Очень. А ты догонишь их? Догоню. Смотри, как у меня скорость. Они убегают, они испугались. Ты слишком быстро бежала, и они испугались. Поняла. Давай к машине. Всем привет. Всем привет. Жара наконец-то спала. Взял дочку на рыбалку. Все там хотели опять ее видеть. В общем, приехали на водоем, где был на прошлой рыбалке. Только чуть-чуть ниже спустился, потому что там... На том месте яр высокий, ну, опасно ребенку, мало ли упадет. В общем, выбрали сейчас место такое более-менее с нормальным берегом. Ну, немножко травки есть. В общем, будем сейчас ловить там. Взяли поплавнушку, закидушки. Ну, я, наверное, пару закидушек поставлю. А Виолетта будет на поплавок ловить, как всегда. Больше она пока ни на что не умеет. Ну, точнее, я ее еще не учил. Закидушку, я думаю, ей еще пока сложновато будет вытаскивать. Поэтому будет на свою любимую удочку ловить на поплавок. Виолетта, а ты что сегодня будешь ловить? Рыбы. А какую ты сегодня поймаешь? Я хочу большую. Большую? Да. А черепаху больше не хочешь ловить? Хочу. Хочешь черепаху тоже? Да. Ну ладно, давай сейчас закидывать будем. Бери удочки. Где твоя? Вон. Все, пошли. Вот моя. Да. Ладно. А ты поплавок какой будешь выбирать? Я хочу, знаешь, какой? Вот есть. Так. Есть еще, знаешь, какой? Сейчас. Значит, вот. Вот. Какой выберешь? Вот. Вот этот. Ну давай. Синий? Да, синий. Ну, у меня уже наверное, зеленый, она. Синий не ловилась. А, синий? Ты, по-моему, на синий прошлый раз ловила. Ну ладно, нет, давай. Нет, я на зеленый ловила прошлый раз. А сейчас хочу синий. Ну давай синий. Так. Червячка мы не насадили. Червячка не насадили? Да, червячка. Давай. Доставай. Так, ухо, челочку какую буду. Где челочки? А ты что так ковыряешься? Вот они. Давай, какого насаживать? Вот это. Так, давай второго. Или кукурузу насадим.
второму хочу. Давай. Такого. Я не буду. Давай, закидывай. Мало? Мало. Давай еще раз. Давай, сильней. О, как далеко. Ты вон туда садись. Туда? Подожди. Так. А это вот так, да? Пойдет? Пойдет. Стой, так. Давай подальше. Подожди-ка. Давай вот так. Оп. Все? Пойдет? Эй. Да, все, следи за поплавком. Да. Все, Виолетте, поплавок настроили. В общем, сейчас поставлю еще несколько закидушек. Наверное, вот здесь. Ну и буду с ней сидеть, рыбачить. Посмотрим. Кстати, сейчас здесь поднялся. Покажу. Вот здесь вот есть место, рыбы чистили. И вот видно, что есть сазанья чешуя. Значит, сазанчика здесь ловили. Ее клюет, она сидит, выжидает, когда поплавок потащит. Ну и чё, а когда ты тащить будешь? У тебя ж клюет. О, что-то попалось. О! Давай. О, какая. А ты чё пугаешься? Отцеплять будешь? Лена. Не будешь? Ну потому что прыгается. Ну а ты что хотел? Давай, цепляй, я пока сайдоку достанет. На, держи. Отцепляй. Нет, могу. Ладно, давай я пока. Потом ты. Маленькая? Нет, это хорошая. На, забрасывай. Дай. Привет. Мама, зацепил что-то. Дай-ка я. На, забрасывай. О, молодец. Все? Да. В общем, во, первая красноперка. Я пока удочки здесь настраиваю, нажму их. Она сидит и ловит. Так, надо куда-нибудь поставить, чтобы ты могла забрасывать сама, да? Да. Вот так. Клюет, пап. Ну ты смотри. Будет поплавок дергаться, тащи. А вон у тебя опять клюет, тащи. О, опять что-то поймала. О! Маленькая книжка. Да, а это кто? Окунь. Да, молодец, отцепляй. Она маленькая, не бойся. Ты что, возьми, не бойся. Держи, держи. Ну ты схвати, она не будет. Все, отцепляй теперь крючок. Не могу отцеплять. Стой, вот так надо. Все. Дай я опущу. А, она уже убежала. Вот рыбка та же самая. Все, убежала я она. Я видела, вот тут была. На. Нет. Есть?
Ты смотри на папу, когда привозит будет. Сейчас я закидушки закину и буду с тобой сидеть. Хорошо. Ты лови пока. Черепаха! Ты чё? Опустила черепаха! Черепаха убежала? Да! Ну а чё ты плачешь? Ты чё плачешь? Убежала она хитрая была. Черепаха. Наклонялась! Черепаха убежала опять. Тебе что-то везет на черепах. Папа за всю жизнь ни одной черепахи не поймал на крючок, а ты уже вторую. Ты, наверное, сильно тянула, и она сорвалась. Шишка. Мата шишка. Шишка, пап. Где шишка? Вот. Пускай, нет, это водоросли. А водоросли? Пап, смотри. Куда? Ну, на поплыву. А ты что, не смотришь? Смотрю. О, у меня вот здесь клюет. Так, только забросил вот эту и вот на эту клюет. И, по-моему, поклевка сазанья. Провис даже был. Да, смотрите. Что-то мощное. Ага. Пока непонятно. Но что-то идет. Вроде сазанчик. Ага. Щука. Смотри, какую щуку поймал. Надо же, короче. А, слетел. А, вот она. Смотрите, попалась густира маленькая. И на нее влетела щука. Ну, такая. Хорошенькая. О, какая. Щукаревна. Стой ты, стой, 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 стой. Вот такая красотка. Нормально. В садок ее кинем. Я хочу вниз посмотреть. Смотри, какая щука. Какая щука. Большая, да? Да, я хочу такую же штуку. Идем индюков покажу. Индюков? Да. Ну только я сейчас вот так поплыву, сделаю, чтоб удочку не утащила. Хорошо? Давай. Пошли смотреть. Давай руку, идем индюков. Смотрите. Где они? Вон они, смотри. Где? Вон ходит. Вижу. Ходят индюки. Вижу. Вижу. Все, посмотрела? Да. Давай, оп. В общем, сидим. Поклевок пока нет на поплавок. Вот две поклевки было. Одну рыбку вытащили. На закидушке три поклевки было. Две густи. А, одного одну щуку, да, вытащили? Да. И густира, по-моему, была одна. И все. И вот сейчас была хорошая поклевка. На сазана, в общем, пока добежал до удочки, схватил и сошел. В общем, ладно, ждем. У тебя клюет, смотри как. Тащи. О, что там? Карась. Какая гигантская. Молодец. Смотри, какая большая попалась.
Ты зеваешь. А я попалась. Сама прям попалась. Да, сейчас червя. Давай перенасадим. О, червячка. Давай червячка. Куда? Вот такого давай длинного самого червячка на свете. Так, там еще червячок. Там еще. А все, больше не надо, один надо было. Один? Да. Вот, еще есть. Ну, потом маленький. Надо было такой одного. Коротенький. Так, дай. На крышку. Все. Все, давай, смотри на поплавок. Да. Тихо так. Ага, смотри. Стой. Стой, подожди. Давай, тяни. О, есть. Ох. Вот это рыба. Вот это ты молодец. Да, что ты еще не поймала? Опять поймала. Вот это какая высокая удочка. Ага, давай, закидываем. Закинешь? Давайте подальше закину. Смотри, тащи. О, что там, черепаха что ли? Черепаха! Я выиграла! Ты что, одних черепах ловишь, Виолет? Ты даешь? А, учитывалась прям. Да стой ты, она убегает. Подожди, сейчас мы ее отсыпем. Вот они, пятнышки у нее! Да стой ты! И над крючок отцепить. Все, отцепили крючок. Я удержала черепаху. О, она смотри, как бегает. На, будешь отпускать? Да. Какая она, смотри, шустрая, вообще не боится. На, черепаху возьмешь? Сейчас. Ты что, боишься, что ли? Бери. Ау, колючая! Ну ты даешь, а потому что смотри, у нее какие когти. Да, колючая. Ну да, она, смотри, какие когти. Все, отпускаем? Да, пускай бежит. О, какая она быстрая. О, врезалась. Все, вот это она быстрая. Ну ты даешь, ты уже третью черепаху за три рыбалки поймала. Это что такое? Папа уже миллион раз ловил рыбу и ни разу черепаху не поймал. Я прям за корова! Ага. Они попить, наверное, пришли. Смотри! Заходят! Ну пускай она водички попить хочет. Ладно. Главное, чтобы удочки не зацепило, а то обычно так и происходит. Давай, садись. Пускай она. Она водички хочет попить. И вторая. Вторая тоже? Да. Ага. Да что же ты? И еще одна хочет. Эх, да тут целый стадо. Нам сейчас все удочки оторвут. О, я боюсь, много коров. Потому что их так много. Ну сейчас они аккуратно попьют, наверное. На удочку наступили. Нет, она не пока. Вот, удочка там сзади. Пойдем. О, что-то клюет. Быстрее! Да, что-то клюет. Сазан. Сазан. Ага. Сорвался. Сорвался. Сейчас все к тебе камеру. Сорвался, Виолет. Сорвался. Да, представляешь? Вторая поклевка на эту закидушку. Второй раз сазан клюет. Ну, видно, прям гнет. И второй сход. Крючки вроде поставил острые. Смотри, сколько коров. Смотрите. Сколько их. Смотрите, сколько. Будущая блогерша. Эх, два сазана у нас убежало.
Два сазана? Да, представляешь, два сазана уже. Там, что ли? Нас обманули, да. Два сазана обманули и убежали, да. Будем ждать, да? Третьего. Да, будем ждать третьего. Что-то опять вот на эту удочку сильно клевало. И даже леску снесло. О, молодец, отцепляй. Сама, что ли? Да. Не могу сама. Смогу? Не могу сама. Как ты не можешь сама? По удочку положи и отцепляй. Так, что-то тут попалось. Карась, наверное, да. Небольшой карасик. Не могу. Здесь грязная снишка. Ау, боюсь ее. Давай. Смотри, какая рыба. Поймала. Сама прям поймала. Я удочку поймала. Ага. Давай, закидывай. Привет, сюда! На, закидывай. Сама, что ли? Вопрос опять. Вот как. Привет! Вытаскивай. Смотри, какая гигантская рыба. Карася поймала. О, боль. Какой. Большой прям. О, молодец. Я сама прям поймала. Что ты делаешь? Смотри, змея. Где? Вот это змея, да? Да, змея. Я вижу ее. Смотри, близко не подходи, а то прыгнет. Укусит. Шахматка, видишь? Да. А что-то она вообще не убегает. Странно. Что это с ней? Что ты слышишь? Что? Шипит. Слышишь, шипит? Шипит. Да, слышишь. Оп, все. Вот она, вот она, вот она. Все, вот все, она. Все. Она к воде побежала. Пошли. К воде? Да, вижу. Такое мешает. Это что мешает? Волосы мешают. О! Клювала. Она же утонула. Ну, а ты что? Она там сидит, вот. Она и есть сидит? Да. Маленькая отпустим. Я маленькая. Маленькая. Давай. Опа. Опа. Стой. Опа, опа. Ого, как кидает. Клюет, смотри. Тащи. Ух, как утонула. О, вобла, что ли? Эх, ничего себе. Какая рыба. Вот это вобла. Смотри. Воблёшку поймала. Вот это красавица. Так, ну воблёху мы отпустим. Да, она маленькая, думаешь? Ну, она не маленькая. Просто её мало стало у нас. И будем выпускать, пускай она растёт. О, опять клюет, смотри, тащи. О, кто там? Эх, вот это ты тащишь. Вот это. Карасямбу. Чуть не убежал.
Вот ты молодец. Вот это толстая. Да. И последнюю рыбу. Все, последнюю домой? Да, домой последнюю. Ну давай, хорошо. Потому что другой я прошлый раз проворонила. Ну давай еще одну рыбку. И все. А на тучи смотри, дождик будет. Да, вот только быстрее последнюю. Смотри, клюет опять. Да, уже клюет. Тащи. О, есть. Эх, опять там. Кто? О, опять карасямба. Не убежит. Стой. Все. Ну, пап, поехали. Да, ну, это щука. Я не вижу. Щука. Где? Ну вот, смотри. Где? О! Вот она! Вот щука! Ага. Стоп. Вот такой улов у нас сегодня. В общем, из нормального только щукаревна. Да стой ты. Какая она? Испачкала меня. Стой ты. Вот. Скользкая. Вот такая щучка. Шланг вытянутый. Икру она еще, наверное, не начала набирать. Ну, в общем, сколько здесь? Штук 6-7 карасиков. Вот таких. Даже красноперка есть, несколько штучек. Ну и пару густерок. В общем, все. Клев, честно говоря, очень плохой был. Потому что, ну, в основном вот сидели. Поклевки на жмых были, но такие слабенькие. Достаешь, густера висела. Две поклевки очень хороших были. Вот на ближнюю. Ты что делаешь, Виолет? На ближнюю закидушку было две хороших поклевки. Ну, я тащил, в общем, два схода. Ну а так, в принципе, цель была дочку вывести на рыбалку, она довольная. Лошадей посмотрела, на коров тоже. Индюков здесь диких тоже увидел. Первый раз видел, чтобы выпускали в дикую природу индюков. Ну, в общем, все. Надеюсь, видео было интересным. Всем пока. Пока, говори. Всем пока. Все, мы отключим камеру.